Итак, попытка поесть том-ям номер 126. Мы на самой известной улице Бангкока, как называется? Куасан? Куасан называется улица. Так, все улицы типа Никольская, взяли обрезанный кусочек от Никольской, колорита добавили китайского. Ну куда без тайских блинчиков? Да никуда. Это вот самое, наверное, вкусное, и так вот здесь есть. Так что, настоятельно советую, кто будет в Таиланде, обязательно тайские блинчики попробуйте. С нутеллой и с бананом. Самые вкусные. Ну, на мой взгляд, не знаю, мне кажется так. Давайте посмотрим, как это все делается. Холестерин в чистом виде. Волнуются канцерогены. Канцерогены, да, чисто видят. Буквально 43 минуты и будут блинчики готовы наши. Рубля нету. Нет, да. Банкоке нету рублей. Одна его разрешили. А, вот оно, вот его. Здесь массовку создали вокруг этого, и все пришли, что есть. Это психологически так работает, когда люди стоят, все начинают ходить. Поэтому некоторые делают специально искусственное. Маленькая партняшка. Давай по сидяшке. А что это? Сгущенное молоко. Окей. Миллион тысяч калорий. И сахаром сверху посыпь еще. Цукер фри. Не, мне не надо. Не, нету сухара. Ну что ты? На скутере мы уже ездим, так что. Сиам магро. Это самый большой центр торговый Бангкока, ну и всего Таиланда, в принципе, называется Сиам центр. Здоровый, конечно, маленький такой, чуть-чуть деревенским налетом. Если в Дубай-Моле мы с вами видим такой блеск, шик, лоск, красоту, здесь такое немножко все тайское. Там крыша протекла, там что-то обвалилось, там что-то не доделали, там забыли что-то прикрутить. Как бы в этом плане все. Так-то магазины здесь там все Патек Филиппа, Версачи, Дольче Габбана и так далее. Все есть.